Пати Орды, Демон Хантер Альфаера, Маг, Где Дип Фриз, Маг, Леха Гор, Раскол, Рог и Тритей Друид. Вы старайтесь собирать более разнообразные составы, потому что что-то у нас одни и те же в пати у Лехи Гора. Леха Гор, старайся брать, постой подольше в ЛФГ, подожди, пока много людей добавится, и выбери тех, кто не добавлялся. То есть делайте так, те, кто собирают пати. Вставайте в ЛФГ, какое-то время ждите, пока накопится количество людей, потому что не надо брать первых, кто добавился, он сидит уже десятый раз участвует и спамит на кнопку добавиться. Старайтесь брать разных. Итак, на альянсе Иридианит, Синктуранчокс, Тиндарил, Шерц и Эл Эрнуэль, разбойник Эрнуэль. Итак, пати альянса — это два Демон Хантера, Вар, Ретрик и Рога. И у нас уже начинается боль Альфаера против Синктуранчокса. Заезжают друг по друга, друг по другу два дуэлянта Синктуранчокса. Ретри, паладин альянса, и Альфаера, Демон Хантер Орды. Месяца на центре арены у Альфаера прокнуло. Прокнул блер от отпрыжки. Короткий стан по Синктуранчоксу. Пошел замес прямо на центре арены. Настоящее мясо от двух милишников. Никто никого не лосует. Вгрызаются друг в глотки. Демон Хантер Альфаера и паладин Синктуранчокс. Клетка по Синктуранчоксу. Пошел взгляд от Альфаера. У нас прикрывается щитком Синктуранчокс. Сейчас он не получает урона. Он его накапливает, чтобы потом щиток взорвался. И очень сильный урон он нанес уже Альфаере. И это опасно для Демон Хантера. Демон Хантер отходит от своего противника. Кайте щиток. Взрыв щитка не получает Альфаера. Продолжают месить друг друга Синктуранчокс и Альфаера. Продолжают свою мясорубку лицом к лицу. Взгляд, очередной взгляд кикается Альфаера, но мета уже получена, и главная задача взгляда выполнена. Она наделяет Альфаеру метой, но мало хп у Альфаера, очень мало хп у обоих дуэлянтов. Бабл от Синктуранчокса, разливается Даркнесс Альфаерой, выживает. На этом выживает ордынский Демон Хантер. Фуловая мета пошла, тринкуется стан, пошел заезд по Синктуранчоксу, нечем стопнуть. Нету ни бабла, ни стана, взлет. Взлет от Альфаера. Синктуранчокс пытается уйти за пилар, но успевает лишиться значительного количества здоровья. Хилит себя вспышками света. Альфаера уже тут как тут. Синктуранчокс, в общем-то, на фул столбе. Он безболезненно пережил этот взлет, несмотря на то, что все-таки... Постоял под взлетом, но прохилил все обратно. Продолжается замес двух дуэлянтов. У нас Синктуранчокс до сих пор под крыльями. Альфаера использует фуловый блер. Получает очень мало урона сейчас Демон Хантер. И вот заканчивается блер. Также щиток поджимает Синктуранчокс. Сейчас может взорваться щит и надамажить. Очень сильно надамажить Альфаеру. Очень мало здоровья у ордынского Демон Хантера. Очень мало хп. Пытается уйти Альфаера. Клетка по Синктуранчоксу. Альфаера пытается разорвать как можно больше. Разорвать дистанцию со своим врагом. И преуспевает в этом деле. Все-таки выживает Альфаера, но видно, что очень тяжко дается эта дуэль для Демон Хантера, для обоих участников. Демон Хантера, в частности, стан короткий, бопается стан. Продолжает. Снимается боб. Альфаера пуржит боб Синктуранчокса. Очень удачный пурж. С первого пуржа боб снимается. И стан был потрачен ретриком, чтобы себя подхилить. Не чтобы продамажить, чтобы себя влить в себя несколько флешек. Пытается уйти в лос. Получает кик в каст Синктуранчокс. Опасно для паладина. Также взлет. Но на коне очень быстро оказывается за пиларом Синктуранчокс. Очень быстро уходит за коробки. Клетка также по Синктуранчоксу. Он до сих пор под крыльями. Серия контроля Альфаера. Но заканчиваются контроли. Фуловый блер использует Альфаера. Все-таки можно потанчить дэмэдж. Можно под метой похилиться об своего противника. Под блером это возможно. Горят фулы у Синктуранчокса. Все еще горят. Стан залетает по паладину альянса. И все еще на равном хп дерутся оба дуэлянта. Очень серьезное сопротивление встречает ордынский Демон Хантер. Очень мало хп у Альфаера. Уходит. Пытается уйти от Синктуранчокса Альфаера. Очень мало здоровья у ордынского Демон Хантера. Кик в каст. Стан был очень короткий. Очень-очень мало здоровья у Альфаера. Неужели удастся победить Синктуранчоксу? Неужели удастся за ретрика убить Демон Хантера? Клетка по Синктуранчоксу под щелдой. Сейчас наш паладин. Стан по Альфаере. Совсем не здоровье. Добивает Синктуранчокса.
Фокс Альфаеру, побеждает Ред Трипл 1, побеждает Демон Хантер, да еще Альфаеру. Очень сильно сыграл Синтурачок, и следующий разбойник Раскол заезжает по Ред Трипл 1 Синтурачок. Удастся ли сохранить успех и убить еще и Раскола? Крылья используются Синтурачок. Очень сильно теряет ХП Раскол. Очень неплохо просадил своего противника Синг Туранчокс, но у Раскола все-таки еще есть Evasion, все-таки еще есть Vanish и все-таки еще есть Blind. Так что пока что все-таки все в порядке. У Раскола еще есть чем жить. Сап по Синг Туранчоксу, еще один сап. Будет заезд, пошел заезд. Фуловый Киднэй по паладину Альянса. Заезжает Раскол на вешал доты и уходят за пилар. У нас только 1% демпинг, он только что начался. И стан по Расколу тринкуется. Стан, Раскол продолжает кайтить своего противника. У нас Синг Туранчокс без крыльев, но Раскол его кайтит, вскакивает на коня. И Карабши как не вовремя замедляет Карабши Синг Туранчокс. Я думаю, что он сейчас обматерил Близзард за это. И Расколу удалось уйти в инвиз на этом фоне. Раскол уходит в невидимость. Синг Туранчокс просто аж расстроился, аж встал просто на центре арены. Сап получает Синг Туранчокс. Сейчас будет заезд по паладину Альянса. Фуловый Киднэй пошел после шоу. Заезд вместе с Достогатом. Вместе с эстакатом заезжает Раскол. Щитком прикрывается Синг Туранчок. 6% демпинга действует на дуриантов. Взрывается щиток, наносит некоторый урон Расколу. Также был отдан Evasion разбойником. Фуловый ходж получает Раскол. Крылья от Синг Туранчокса убивает Раскола Синг Туранчокс. Уже минус 2 делает этот ретрик пати Орды. И следующий будет маг Леха Гор. Леха Гор все еще в Аркан спеке. Учится играть в Аркане Леха Гор. Синг Туранчокс отстреливается пока что. Отстреливается из-за пилара. Из-за пилара летят мислы по Синг Туранчоксу. Наверное, сейчас Синг Туранчокс чувствует, что у него есть возможность сделать минус 5. И он, наверное, сейчас будет очень стараться это сделать. Будет очень стараться выиграть своего противника. Он красиво выиграл Демон Хантер, потом победил Рогу. И теперь перед ним стоит Аркан Маг. Максимально тяжкое испытание для Ред Трипл 1. Ред Трипл 1 один из самых немобильных милишников в нашей игре, и Аркан Маг, наоборот, один из самых мобильных кастеров, поэтому паладину будет очень и очень несладко. 13% демпинг действует на дуэлянтов. Кайтит пока что Леха Гор, под фридомом догоняется, что замедление по Лехе Гору. Ходж фуловы блинкуются, тренкуются. Ходж уходит, Леха Гор возвращается, он сам прессует, тратит блинки, подходит на близкую дистанцию. За это можно и наказать. Такое поведение наказуемо. Это не осмотрительное поведение от Легора, но он пушит. Настоящий ордынец пушит. Не намерен долго заниматься кайтингом. Ребята, ставьте лайки на ютубе, пока у нас за колонной Синг Туранчок, ставьте лайки, кто еще не ставил. 17% демпинг действует на дуэлянтов. Вливается лишнюю флешку, вливается. Ну что, спрохиливается уже до фула. И что-то встал Леха Гор, ты... Нет, не встал, просто у нас Синг Туранчокс не выходит из-за пилара, и Леха Гор как-то приуныл. Приунывше стоит Леха Гор. Пошел, наконец-то, заезд по Леха Гору под фридомом на коне. Догоняет нашего Аркан Мага Синг Туранчокс, блокается Ходж. Синг Туранчокс поджимает крылья и ждет, прямо под блоком стоит, дожидается окончания блока, но получает новую Синг Туранчокс и уже смотрит в сторону колонны. Уходит снова за пилар Синг Туранчокс. На самом деле он все правильно делает, потому что за Редрика иначе не сыграть. Против Аркан Мага иначе и не получится. И если удастся Синг Туранчоксу выиграть Леху Гора, то он реально будет красавчик. Он уже ДХ выиграл, он уже и так красавчик. Но если еще и Леху Гора выиграет, то он победит реально очень, очень сильных своих противников. Очень сильные классы, которые вообще-то не должны быть. Пошел аптайм по Лехе Гору от Синг Туранчокса. Уходят в невидимость Леха Гор. Синг Туранчокс лосит своего противника. И Леха Гор снова пушит
Тратят блинки на пуш, а не на сейф. Фуловый стан по Легогору сейчас будет наказание от Синктуранчокса. Прикрывается темпларой. Леха Гор сразу же по выходе из стана нажимает темплару на себя маг. Также щиток используется Синктуранчоксом, поглощающий урон и в конце взрывающийся, возвращающий весь урон назад. Уже очень мало хп у Лехи Гора. Леха Гор очень опрометчиво потратил все свои блинки на пуш, и теперь ему просто нечем кайтить. Совсем нет здоровья у Лехи Гора, 28% демпинг. Погибает Леха Гор, Синктуранчокс побеждает уже и Аркан Мага тоже. Убил и Демон Хантера, и Рогу, и теперь еще Аркан Мага. И следующий маг, Фаер Маг. Где Дип Фриз? Где Дип Фриз против Синктуранчокса? Пошел заезд под стан по Дип Фризу. Тринкуется, точнее блинкуется этот стан. Малик на Синктуранчоксе. 30% демпинг действует на дуэлянтов. Синктуранчокс пока что прохиливается просто в малик. Где Дип Фриз пытается догнать, не хочет дать уйти Синктуранчоксу, не хочет дать ему возможность себя прохилить, но все-таки разрывает дистанцию, и некоторое количество здоровья себе восполняет. Синктуранчокс пошел дэмэдж по Где Дип Фризу, но и Синктуранчокс тоже теряет здоровье, снова уходит за пилар. Паладин Альянса хилит себя флешками за пиларом. Где Дип Фриз просто ждет, пока... Просто ждет, пока его противник выйдет, сел поесть. Где Дип Фриз? И снова пошел пуш. Пошел стан. Блинкуется стан. Где Дип Фризом? 35% демпинг. Щитком прикрывается Синктуранчокс. Получает короткий Драгон Бриз. Все-таки разрывает дистанцию. Где Дип Фриз кайтит. Пока что кайтит Синктуранчокса. Удается ему. Удается ему держать рендж. И Синктуранчокс пока что просто в нове хилит себя флешками. Щит взрывается, не нанеся урона. Но Синктуранчокс рядом с Дип Фризом. Нажимается бабл. Пошел прессинг по магу от Синктуранчокса. Он под крыльями был. И бабл также был отдан. Но все-таки убить, а точнее довести до прижигания, где Дип Фриза Синктуранчоксу пока что не удалось. И снова он пошел пушить миссы Драгон Бризом. Где Дип Фриз не попадает своим Драгон Бризом. Наш Фаер Маг. И эта ошибка может очень печально закончиться. Блинкуется стан под крыльями. Нету Драгон Бриза. Никак не стоит. Прокает прижигание. И также блок сжимает. Где Дип Фриз сейвит себе здоровье блоком. Выходит в блок, пошел Драгон Бриз по Синктуранчоксу. 41% демпинга действует на дуэлянтов. Пытается лосать. Где Дип Фриз? Синктуранчокс под крыльями. Прикрывается темпларой. Где Дип Фриз? Мало хп у ордынского мага. Также немного хп и у паладина Альянса. Но все-таки Синктуранчокс как-то себя подхиливает за пиларами. А где Дип Фриз может только пытаться поесть. Вот что он сейчас и делает. Драгон Бриз по Синктуранчоксу. Также Малик по паладину прикрывается шилдой. Синктуранчокс, наверное, будет пушить. Стан блинкуется. Стан Синктуранчокс нажимает крылья. Щит уже взорвался. И Синктуранчокс отходит за пилар. Он не рискует. Нет, все-таки рискует. Вырывает из-за пилара. Синктуранчокс добивает. Добивает или нет? Ну, добивает. Мать его, добивает Синктуранчокс. Где Дип Фриз? Очень красивая игра от ретро паладина. Действительно сильных противников. Очень неприятные для себя классы. Побеждает Синктуранчокс. И последний его противник будет Ферал Друид Тритей. Ферал Друид Тритей против ретро паладина Синктуранчокса. Кик в каст Тритею. Синктуранчокс подхиливает себя. Подхиливает себя в бопе. Демпинг у нас уже 48%. Ходж по Тритею. Пытается приподнять себя. Пытается приподнять себя Синктуранчокс. 49% демпинга. Фулл столб у Тритея. Пол столба у Синктуранчокса. И Тритей продолжает прессовать своего оппонента. Немного уже, совсем немного хп у Синктуранчокса. У него нету бабла, нету бопа. Он получает короткий мейм и добивает. Все-таки Тритей добил Синктуранчокса, но тем не менее Синктуранчокс все равно красавчик и очень-очень достойно отыграл. Очень достойно отыграл. Реально удивил победой и над ДХ, и над Аркан Магом, и над Фаер Магом. Реально удивило. Серия станов по Тритею очень сильно заезжает. Или Дионид взлет от Демон Хантера. Тритей, прикрывшись инстинктами, Тритей уходит за пилар. Хилит себя регрозами. Пошла фуловая мета, взлетает. Влетает, точнее, в Тритея. Или Дионид, стан по Или Диониду. Тритей сам пошел на пуш. Нет, все-таки уходит Тритей.
не так много здоровья, чтобы агрессивничать у нашего феррал-друида. Стоит быть немножко осторожнее. 56% демпинг действует на дуэлянтов. Это и лосает, лосает пока что своего противника. Не готов встретиться лицом к лицу с ледянином. Стан короткий по тритею тринкует. Это стан кик в каст и ледяниду, но мета получена. Задача взгляда выполнена. И расстилает даркнесс под себя ледянид. У него нет блера, но у тритея совсем нет здоровья. Тем не менее, тритея продолжает пушить, несмотря на даркнесс. И очень, господи, неужели убьет? Ох ты, блядь. Тритей все рассчитал верно и убил Иридианида прям в даркнессе. И следующий демон хантер Шерц против Тритея. Шерц добивает, добивает нашего ордынского друида, но тем не менее Тритей все-таки победил Иридианида и задачу минимум выполнил. Но Синтурачокс реально красиво сыграл в этой игре. Я не знаю, у меня даже есть мысль сделать фиолетовый хайлайт, хоть это и не редкий спек, но...